Добрый день, дорогие друзья! Мы возвращаемся с вами к событиям вчерашнего дня, к безумной гонке по улицам Турина. Она все-таки оказалась безумной, хотя многие ожидали, что все будет гладко и хорошо, и вы помните, наверное, слова Винченцо Ниболи, но факт остается фактом. Трасса оказалась довольно опасной, с серией довольно труднопроходимых поворотов, и даже ставший лидером генеральной классификации Пиноти был доволен. Специалистов горняков. Ну и вы видите, насколько опасные здесь связки поворотов, несмотря на то, что вот так шапкозакидательски их характеризовал Винченцо Ниболи. Ну а мы представляем нашего следующего гостя в эфире. Коммерческий директор Астаны Айдар Махметов у нас впервые появляется в прямом эфире. Айдар, добрый день. Добрый день, Сергей. Ну что ж, заезд Астаны, у Астаны стартовый номер, наверное, был не самый удобный, потому что он был чрезвычайно ранний. Но, с другой стороны, мы видим, что, в принципе, потеряли-то немного относительно быстрейших мастеров командной гонки. И сейчас до сих пор достаточно высокое место занимает команда. Вот можно в паре слов, какая стратегия была и какова основная стратегическая задача на сегодняшнем этапе была и удалось ли ее выполнить? Ну, стратегия в основном определяется спортивным директором во главе с нашим тим-менеджером, Джузеппе Мартинетти, да? Стратегия была как можно лучше проехать данную разделку, чтобы не сильно отстать от лидеров, да? Чтобы у нас была хорошая стартовая позиция для дальнейшей гонки. Я надеюсь, да я в принципе думаю, что ребята проехали свою силу, постарались показать как можно лучшее время. Я не думаю, что мы можем считать сегодняшний день неудачным. Я думаю, что все нормально. В ближайшие дни, соответственно, наверное, будет в основном борьба стратегическая, борьба за то, чтобы сохранить команду как можно более, как говорится, целой, не падающей, здоровой. Ну а вот какие дни, как вы считаете, как считает Мартинелли, как считает Кройцигер, который, наверное, все-таки единоличный капитан, с каких дней пойдет уже гонка действительно всерьез за розовую майку? Ну, мы так думаем, что, в принципе, да, мнение разделяется большинство специалистов, которые в этом году были опрошены по поводу трудностей этапов, трудностей всей гонки. То есть самое жирное, наверное, одна из самых сложных за последние очень много лет, да? И мы так думаем, что основная борьба развернется уже на горных этапах, на многочисленных горных этапах. И там, в принципе, изменения могут быть так же каждый день. Зависит от того, кто, какой из лидеров команды будет готов. Но мы надеемся, что и уверены в нашем лидере, Романе Кройцигере, несмотря на свою молодость, несмотря на довольно тяжелую ношу для такого молодого гонщика, настоящий мой капитан, такой, скажем так, известной команде, как Астана, мы надеемся, что он справится с этой ролью, и мы верим в свою команду, мы верим в наш результат. Вот, опять же, много вопросов, касающихся представителей СНГ в составе. Какая роль отводится исключительно как гонщиков поддержки, как гонщиков помощников, либо определенные индивидуальные шансы есть, допустим, у Дьяченко, у Гурова, у Евгения Петрова? Ну, в первую очередь, у нас командная тактика построена на нашего лидера. Нам важно, чтобы наш лидер Роман Кройцигер проехал как можно лучше данную гонку. В зависимости от того, как будут на него работать все остальные наши гонщики, в том числе и представители как Казахстана, так и страны СНГ, тот же Женя Петров. Мне кажется, уже это будет зависеть уже от тим-менеджера, как он будет, какую свободу действия он будет давать этим гонщикам. Но основная цель нашей команды и всех наших гонщиков поработал на капитана Романа Кройцигера. Ну и Кройцигер, Роман, вот по вашему ощущению, вот главное морально, психологически, он готов к этой опаснейшей гонке и к тому, чтобы встретиться со всеми сильнейшими, включая и Альберто Контадора. То есть он вот в хорошем велосипедном смысле спокоен перед стартом?
Я считаю и думаю, что Роман Кроссигер, несмотря на очень тяжелую ношу, повторяю, которую звали на его довольно молодые плечи, готов уже морально к роли капитана. То есть ему, его роли было сказано еще в декабре о том, что он будет капитанить именно на Джиро. Соответственно, с психологической точки зрения, я считаю, что он готов морально. Несмотря на огромное, можно сказать, давление, которое упало на его плечи, я думаю, он с этим справится. У него, несмотря на его молодость, уже довольно-таки богатый опыт выступления в многодневках. Он заезжал два раза в десятки на Тур де Франс, что само по себе является очень крутым результатом. Поэтому мы надеемся только на улучшение. Мы уверены в своем лице. Ну что ж, мы желаем от имени многомиллионной нашей армии болельщиков, желаем вам доброго пути, лиха беда начала, и пусть у вас все получится. Дорогие друзья, у нас в эфире сейчас в прямом, прямо из стана Астаны был коммерческий директор этой команды Айдар Махметов, который рассказал нам о стратегических планах. Тем временем сражение за первое место заканчивается, как считают многие, потому что HTC Highroad привозит более 20 секунд ближайшим своим конкурентам и показывает среднюю скорость за 55 километров в час. Валерио Пива, естественно, более чем счастлив, который находился сейчас за рулем технички. Все у него сработало, все у него сыграло. Ну что ж, чем ответит Liquigas? Омега Фарма Лотта впервые уже более чем за час вынуждена немножко потесниться. Рабобанк идет пока третьим. Далее, обратите внимание, ситуация очень плотная. Там в 10 секундах больше 5 команд. Но HTC Highroad стоит особняком. И вот мы ждем с большим нетерпением на этой отметке Liquigas Cannondale команду второго фаворита генеральной классификации, которая может примерить розовую майку с самого начала. Хоть это для Нибали было бы и не очень удобно. Финиш на промежутке и 9 секунд пока не в их пользу. Посмотрим, сумеют ли они четко распределить свои усилия и дать акцент на вторую половину. Либо все-таки и они тоже не в состоянии тянуть такой сумасшедший темп, который выдали американцы. Вместе со своими товарищами по команде не будет претендовать на розовую майку, а в любом случае розовую майку получает тот, который пересек финишную черту первым. Помните ситуацию с Гаспарота, когда должен был Делука ее получать, выиграл Liquigas, а Гаспарота, тем не менее, оказался впереди на смене, его так выбросило, и так до сих пор и неизвестно, что же там все-таки имело место. То есть он ухватился за единственный шанс примерить розовую майку в своей карьере, по большому счету, либо он просто не сумел на этих узких улицах, когда стартовало в Модалене на Сардинии Джиро д'Италия, он просто не сумел технически правильно сориентироваться, а там действительно к финишу был совершенно невероятный спуск с опасными поворотами, где на одном из которых упал Ярослав Попович. Скоро-скоро Ярослава его многочисленные поклонники увидят. Старт Radio Shack в 19:14, через 2 минуты. И у экс-призера Джиро д'Италия в общем зачете капитанский номер на этой гонке. Вот Наталья, внимательно смотревшая за тем, как пересекали финишную черту гонщики HTC, сказала, что Кэп явно был не первым. Но посмотрим, кто же у них тогда стал, кто-то скажет, калифом на час. Ну, как сказать. Посмотрим, ближайшие дни, в принципе, можно держать матч. Ближе к выходным, там уже будет сложно контролировать ситуацию. Liquigas, понимая, что эту гонку не выигрывает, старается минимизировать отставание. Надо сказать, что гонщики в гвардии Нибали достаточно одного уровня все же. И Ло Сквало, Акула, как его называют, традиционная гонщицкая кличка, уже прилипла к нему много лет назад, когда он еще выступал, и здорово выступал, он сразу же проявил себя хорошо
в профессиональной, в полупрофессиональной тогда еще карьере. Действительно, очень многие говорят, что очень похож на акулу. В особенности, когда хищно улыбается. Рейди Шак отправляется на дистанцию. Команда, в которой выступает два представителя постсоветского пространства. Я уже говорил о том, что задействован Ярослав Попович. Ну, кстати говоря, при раздаче комплектов, окончательных комплектов номеров, все-таки 211 номер пришел к Тиаго Мачаду. Португалец очень перспективный горняк. И главная надежда, одна из двух главных надежд генеральной классификации у американской команды вместе с Тиаго Мачаду. Ярослав Попович, естественно, значится в таковых. Ну и колоссальная стажировка для нашего Вани Ровного. Иван Ровный и на сегодняшний день, получается, вчерашний андер, но уже давным-давно он съездил впервые на Джирде Италия. Ровный дебютировал в супермногодневках именно на итальянских дорогах. И мы помним, когда его приняли решение Конышев в компании снимать. Он выступал за Тинькофф кредитные системы. Он сказал: я уже вообще ничего не понимаю и не успеваю восстанавливаться, и надо действительно сходить. Я в состоянии такого постоянного головокружения нахожусь. И отнюдь нет успехов, понятное дело. Но это тогда была первая проба, и было понятно, что он не доезжает до финиша. Сейчас, естественно, задача эту гонку преодолеть целиком и преодолеть, и причем не бесполезно. Обратите внимание, как хорошо добавили ликвигасовцы на последнем отрезке. И какой результат! Но все-таки не лучший. Опять же, HTC Aeroad стоят особняком. Но Агвардия Нибали постаралась все сделать очень четко. Тут покрикивание руководства построениями. А здесь что же? Здесь, судя по всему, первое падение. Нет, падения не было. Была некая небольшая пробуксовка. Слава богу, не закончившаяся какими-то большими неприятностями. И Ваня вынужден догонять в одиночку. У Ивана неплохой индивидуальный ход. Чрезвычайно перспективный горняк тоже, как всем хорошо известно. Но сейчас вот пойди в одиночку. Один в поле в таких гонках не воин. Держать 55 километров в час молодому российскому спортсмену из Питера будет проблематично. Да, как-то вот нашим все-таки на первом отрезке сегодняшней дистанции не очень везло, согласитесь. Было много и технических накладок, и вот таких вот локальных неудач. Не предполагается сейчас, конечно, что у Ивана Ронова задача бороться за призовые места в генеральной классификации. Он еще просто в силу возраста к этому не готов. Ну а какие-либо подробности мы, безусловно, будем регулярно получать от Вячеслава Якимова, который находится в техничке сопровождения. И, разумеется, он к своему юному земляку относится как не просто как тренер формально, но и как старший товарищ, который переживает за его судьбу, разумеется, болеет за его перспективу и уж никак не укатает его. Ну вот главный, как вот для Парижа, визитная карточка – это Эйфелева башня, хотя никто не мог этого предположить пару сотен лет назад, точно тоже и здесь самое примечательное место, самое высокое из исторических сооружений Турина, куда всегда с удовольствием ходит не только погулять вокруг, но и зайти вовнутрь, поскольку очень интересный музей кинематографии итальянской. Находится там внутри Моле Антонеллиано, архитектор Антонелли. Долго, очень долго строил, так долго, что и жизни даже не хватило, пока обрела это. Изначально задумывалась как синагога, самая крупная в объединенной Италии. Но потом еврейская община перестала финансировать этот проект, поскольку он дорожал буквально на глазах. И рост в высоту должен был быть этот... Должно было быть это сооружение высотой 66 метров, а в итоге вымахало далеко за 100 и строилось очень-очень долго. Ну и опять шапочка альпийского стрелка и 150-летие напоминает нам записочка. Ну что ж, первый отрезок Джира завершен. Завершен достаточно предсказуемым результатом. Приятный сюрприз заключается в том, что ближайшим преследователем HTC оказался не Ликвигас, а оказался Radio Shack, где представлен наш велоспорт.
чрезвычайно обильно. Ну и 10 секунд для такой гонки, тем не менее, это достаточно уверенное преимущество. Ставка максимальная на этот первый отрезок HTC High Road оправдалась в полной мере. Liquigas на сей раз довольствуется только третьей позицией. Войти в ту же реку, что и в прошлом году, не удалось. Но в самом деле, за новейшую историю командных гонок на Giro d'Italia они плодотворнее всех выступают. Самые титулованные. Не каждый же раз в самом деле побеждать. Гвардия Марко Пинотти одерживает сегодня победу. И действующий неоднократный чемпион Италии в раздельном старте сегодня примерит первую розовую майку. Так что с сюжетной точки зрения все получилось просто идеально. Местные болельщики, десятки, сотни тысяч человек, которых вытянулись в живой коридор по улицам Турина, они будут сегодня счастливы. Ну и, кстати, Пинотти совсем не подарок. И, как говорят в велоспорте, раздеть его, отобрать у него розовую майку, учитывая его отличный индивидуальный ход, колоссальный опыт, будет это очень непросто на самом деле. Единственное, но что он все-таки будет задействован в работе поезда, который будет раскатывать Марка Кавендиша. Итак, друзья, мы приветствуем вас перед началом второго отрезка на супермногодневке Giro d'Italia. И это будет нашей традицией ежедневной. Посетим еще раз командное расположение Астаны и заглянем за кулисы большого велосипедного спорта. Легендарный менеджер Джузеппе Мартинелли беседует с гонщиками, дает установку. Это было снято вчера перед командной гонкой. Он говорит, что ни в коем случае нельзя оставаться впятером. Даже если 6 человек, это минимум, и это все равно мало. И надо вообще-то пройти аккуратно этот этап. Самое главное, если придется рисковать большими проблемами, тем, чтобы рассыпаться, ни в коем случае нельзя этого допускать. Поэтому не делайте глупости, просит он гонщиков. И вот идет разминка на станках. Велосипеды зафиксированы, поскольку везде толпа, нигде не покатаешься. Да и, в общем-то, это стандартное дело в последние годы для большого велосипедного спорта. Лоренцо Лапаш, спортивный директор команды, говорит о том, что коллектив сбалансирован. И это самое главное, потому что если есть 2-3 очень сильных раздельщика, то через 5-10 километров все остальные будут просто-напросто дохлыми, и все развалится. Ну а когда, ну в идеале, конечно, для того, чтобы выигрывать такую гонку, должны быть 9 сильных раздельщиков. Но если команда складывается так, что 2 очень сильных, 2, допустим, очень слабых, то очень скоро команда дойдет до вот этих минимальных 5 зачетников, и дальше беда. У кого-то прокол, поломка, и все пропало тогда, зачет по пятому. Поэтому, так или иначе, мы надеемся проехать достаточно хорошую, стабильную гонку. Первый этап 94-го итальянского тура. Команда отправляется в путь, мы говорим ей, в добрый путь. Хотя накладок и у Астаны, и у других предостаточно, потому что, надо сказать, что вчера была целая эпидемия проколов, мелких поломок. Ну, Астана, вот вы видите, стартовала одной из первых. Ну и что думает по итогам этой гонки, когда еще очень многим выступать, Лоренцо Лапаш? Он говорит, что команда не потеряла много времени, это самое главное. В принципе, у нас этот вид не конек, в данном составе в особенности, не наша дисциплина. И поэтому было важно, чтобы все, кто будет претендовать на высокие места, сохранились в своей позиции, не проиграли много. Ну, а самое главное для нас, что это была еще и такая проба. Мы увидели, что никто не слаб, никто не выпадает, и все готовы работать в следующие недели на этой гонке на благо капитана, на благо лидера, на благо достижения максимальной цели в генеральной классификации. То есть это был рабочий момент, он пройден, и теперь, конечно же, будет гонка от обороны в ближайшие несколько дней. Ну, а там, чем ближе к горам, тем больше, естественно, целей уже серьезных.
Ну а вот они, первые победители. Марко Пинотти, победитель из победителей, соответственно, поскольку он во второй раз в своей карьере примерил розовую майку, но уж очень знаменательный момент. И это был идеальный расклад сюжетный для организаторов, безусловно. Чемпион Италии в раздельном старте, вы видите его на старте, как он уходил вчера в путь, стал обладателем майки лидера генеральной классификации в тот день, когда Джиро начала праздновать 150-летие объединения Италии. В общем, должен был быть первым итальянец. Его выпустили на финишную черту гренадеры из этой команды. И, как говорил сам Пинотти, никаких возражений. Наоборот, это был, скажем так, шаг не продиктованный директорами, руководством, стратегами, как говорится, пиар-менеджерами, а сами гонщики подняли за это руки. И он был очень тронут и очень счастлив. И вот вы видите, он пересекает финишную черту, да еще и с хорошим просветом. Кэвендиш был совсем не против. Ну, а вот и он сам по итогам прошедшего этапа. Но надо сказать, что мы так здорово неслись, что чем быстрее ехали, такое ощущение было, тем легче. Где-то 60-65 километров у нас постоянно было, и мы просто поддерживали эту скорость, подхлестывали ее, и это удивительное ощущение, когда команда так летит. Ну и мы постарались сохранить наших ребят как можно больше вдевятером, но не получилось, естественно, рассыпались. Как-то так или иначе, хорошо, что мы приехали впятером, хорошо, что мы не распались, и хорошо, что получился такой отличный зачет. Ну а инженеры, как его называют, поскольку он имеет действительно инженерный диплом, Марко Пинотти, в принципе, не суперзвезда в Италии, но чрезвычайно любимый гонщик, говорит, что его захлестнули эмоции, и он, конечно, безумно счастлив, но надо сказать, что это достижение всей команды, и команда решила, что я пересеку финишную черту первым, и поэтому я стал лидером индивидуальной классификации, но эта победа принадлежит, разумеется, каждому, и теперь наша задача всем вместе держать эту розовую майку у себя как можно дольше. Безусловно, Radio Shack произвел небольшой Radio Shock, как некоторые англоязычные здесь шутили, потому что они едва не выиграли. Как вы видите, выпускали Макьюина, и Макьюин чуть не примерил розовую майку. Они обошли многократных победителей командного пролога Giro d'Italia Liquigas, и Liquigas, честно говоря, был не совсем доволен, но так Нибали высказывался более-менее позитивно, но чувствовалось, что ощущение неосуществленности есть. Ну и Garmin Cervelo, безусловно, тоже команда всегда очень сильная в этой дисциплине, немножко осеклась, и Лионель Мари, спортивный директор этой команды американской, говорит о том, что, в принципе, конечно, это неудача, но мы находим повод для того, чтобы оставаться позитивными, поскольку, ну, просто состав у нас такой, который не заточен на победу в этой гонке. То есть у нас есть действительно сильные разделчики в составе на этой гонке, но они не в большинстве, и наша главная задача выдержать там в горах, и эти раздельщики хорошо должны ехать в горах в первую очередь. Поэтому главное для нас было сохранить вот эту слитность, работать до конца вместе, и это у нас получилось. Так что вот ведь очень многие вчера нашли утешение в том, что разрывы небольшие, что между первой командной и последней командой отнюдь не пропасть. Ну а сегодня сразу же, и это тоже очень необычно для супер многодневных гонок, от Альбы, которая находится от Турина недалеко, отправились по очень-очень долгому пути длиной почти 250 километров. Эти 250 километров дороги соединили, соответственно, Альбу и Парму. Супермарафон, где подстерегает множество неприятностей на крутых поворотах и на довольно приличном спуске, который будет ближе к финишу. Ну, нам вкратце нарисовали предстоящие этапы, как они будут выглядеть. А сегодня этап приводит в Парму, который, естественно, является знаменитым историческим городом. И мы много будем упоминать об этом в ближайшие часы. Я буду рассказывать о том, что здесь стоит посетить и чем, собственно говоря, она знаменита, хотя очень-очень многие из наших продвинутых болельщиков прекрасно знают и так уже, и без этих, как говорится, справок. А отправились в путь из Альбы, где знаменитое вино, Барбареско, Спуманте, Дольчетто, виноградники роскошные, где большое количество замечательных памятников истории, как, например, фамильный замок графа Кавур. А Кавур, как известно, ну, в каждом городе в Италии есть какая-нибудь улица или площадь, или хотя бы переулок Кавура, знаменитейшего политического деятеля,
при активнейшем участии которого и происходило как раз объединение в 19 веке. Итак, 244 километра, слава богу, вполне велосипедная погода, как вы видите. Небеса чистые, немножко жарковато, конечно, но к этому не привыкать. Будут здесь перепады температуры, этим тоже знаменита весенняя супермногодневка, что на равнинах иногда просто-напросто сгораешь заживо до 40 градусов, иногда бывают некоторые этапы. Ну а затем проходит пару недель и возвращается чуть ли не зима, когда гонка поднимается под облака в Доломитовые Альпы. И почти наверняка нечто подобное предстоит испытать гонщикам. И в этот раз, по крайней мере, один ужасно неприятный этап по погоде обязательно будет. Ну а то, что происходит здесь на финише, это тоже традиция больших многодневок и традиция Джиро. Кто рано пришел, тот и получил много всего замечательного от этих симпатичных девушек. Всякие разные маленькие сувенирчики, но они сохраняются иногда пожизненно, особенно теми, через чьи края не проходят гонки настолько часто. И для тех людей, которые добрались сюда специально ради Джиро д'Италия, это просто очень-очень знаменательный день. Стефано Гардзелли сняли, Нибали сняли, Питаки сняли. Ну вот как раз на Питаке надо было бы сконцентрировать большее внимание, я думаю, потому что сегодняшняя гонка, конечно же, гонка для спринтеров. Финал должен быть почти на 100% спринтерский. Хотя сейчас едет отрыв, и одинокий Ланг сегодня решил попытать счастье. Ну а задача команды лидера на данный момент – это передать лидерскую майку внутри своего формирования, потому что, в принципе, обвони, бонификации очень щедрые. На Джиро д'Италия это всем известно. Ну и тот, кто выиграет этап такого спринтерского плана с высокой степенью вероятности, это Марк Кавендиш, тот и получит лидерство, соответственно, потому что, естественно, все гонщики HTC получили одно и то же время, и они выиграли. Ну, по крайней мере, те, которые, естественно, были в первом формировании, в зачетном формировании, те, которые не высыпались по трассе. Ну и, разумеется, их стратегический план сейчас – это чтобы майка осталась внутри команды. Понятно, что Пиноти никогда в жизни не был спринтером, и практически минимальная вероятность в том, что он сумеет взять какие-то хотя бы бонификационные секунды, будь то на промежуточном финише или на финише основном, где они наиболее богаты. Поэтому, естественно, сейчас на первый план выходит спринтер номер один. Ну, а он ни в чем пока не уверен, надо сказать, потому что, понятно, у него очень много сильных соперников. Но всегда Манксмен, гонщик с острова Мэн, выглядит каким-то таким немножечко, знаете, вальяжным и не задумывающимся ни о каких проблемах. Это, конечно, внешнее впечатление. 96 километров остается до финиша. Темп сегодня довольно бодренький, за 40 километров в час все время, и он только растет и растет. Сейчас средняя скорость составляет 42,135 километров в час. Ну и вы видите формирование достаточно компактное впереди тех команд, которые выполняют сейчас основную работу. Ну и здесь достаточно широкое разнообразие, понятно, потому что главное это сейчас спринтерским командам вывести своих как можно ближе. Ну и, естественно, команда Тайлера Феррера мечтает об этом едва ли не в первую очередь, потому что прекрасно известно, что они немножко не добрали в последних гонках, и в частности они где-то разочарованы своей турецкой поездкой, хотя прекрасно понимают, что это, в общем-то, была разминка для них, по большому счету, перед Джиро д'Италия. Ну а сейчас уже момент истины. Разумеется, каждый старт прежде всего для короля многих спринтерских этапов. 21 этап за свою карьеру выиграл Алессандро Питаки. И несмотря на то, что ему 37 лет на сегодняшний день, он готов сражаться в том же ключе и дальше. Ну и вы видите, что, конечно же, команда Лямпре ESD идет сейчас довольно компактно. Есть много команд, которые нацелены на генеральный зачет. И вот для этих команд в первую очередь эти этапы выживания. То есть главное это не то, чтобы на них пытаться что-то завоевать, главное на них ничего не потерять. А это очень и очень возможно, потому что вот мы будем звонить опять же и в техничке сегодня, будем говорить со спортивными директорами и с пресс-представителями многих коллективов. И вот в данный момент действительно всем болельщикам стоит покрепче держать кулаки.
за своих любимцев, потому что пилотон очень большой, в нем больше 200 человек. Дороги местами, временами узкие. Вот достаточно рассмотреть финиш по фарме сегодняшней. Он будет с очень крутым поворотом, ровно за километр до конца будет резкий поворот направо. Он прорисован чрезвычайно тщательно в роудбук, и надеемся, что все спринтеры это изучили, но изучили они до того. А сейчас, когда поехали, то, естественно, уже... Так, а все-таки сколько же? 58 или 90 с хвостиком? Прыгает экранная графика, надо сказать, что, ну вот, всегда, и это надо признать, существует большая душевность в этих итальянских гонках, и существует большое количество мелких накладок, и в частности, они касались и организации позавчерашней презентации команд. Англосаксы, строгие и холодные, которые привыкли к тому, чтобы все тикало, выражали недоумение, что приходилось командам топать целый километр до сцены, прежде чем их представили зрителям. Ну и они вообще шутили, что не особенно, помните, Максим Гуру вчера говорил, что не особенно привыкли топтаться столько времени. Но это, конечно, была шутка, но по километру уж как-нибудь гонщики проходят за день, разумеется. Но, тем не менее, все вот это было не совсем четко и не совсем идеально. Кроме того, речи политиков были тоже очень долгими с точки зрения этих самых англосаксов в пилотоне. Примерно полчаса гонщики ждали, пока выслушали там всех министров кабинета. Себастьян Ланг. Вчера Лотта достаточно здорово пошумела, стартовав под первым номером и долго удерживая промежуточное лидерство. Сегодня один из лучших их спринтеров отправился, один из лучших их разделщиков отправился вот в эту одиночную авантюру, можно так сказать даже. Вы видите, что на данный момент могучий Себастьян Ланг уже повез группе чуть ли не 15 минут. Да, группа прекрасно понимает, и в этом есть определенный, как говорят иногда на Западе, outside chance. Очень такая вот яркая формулировка, то есть шанс, который не рассматривается внутри нормальных прогнозов, но тем не менее может вдруг внезапно исполниться. Так вот, понятно, что только что началась гонка, которая будет иметь протяженность 3500 с хвостиком километров, и, разумеется, при таком супермарафоне и при таком супермарафоне, который на сегодняшнем этапе, надо, конечно, быть все-таки осмотрительнее, аккуратнее. И опять же, вот эти вот стратегические построения мы будем обязательно наблюдать на протяжении всего этого времени. То есть, с одной стороны, конечно, всем будет очень хотеться сотворить маленькую сенсацию, и всем сильным командам, разумеется, захочется засветиться, и желательно все-таки гонщиками немного сдвинутыми во второй эшелон. А с другой стороны, надо же как-то и распределять силы, и это может вызвать очень консервативную езду, что временами, вы помните, чем иногда заканчивается. То есть иногда просто гранды стерегут друг друга, а вырывается вперед какая-то группа, как было в прошлом году, группа, в которой нет ни одного явного претендента на победу в генеральной классификации, и потом этот человек может добраться куда угодно, вплоть до призового места в генеральной классификации, как это было с Аройо, и не случайно вот все эти обстоятельства очень тщательно вспоминаются, и все говорят, что, конечно же, Давид Аройо повторить свой призовой подиум прошлого года, скорее всего, не сможет. Ну и, тем не менее, вот сейчас пока то, что происходит, это могут вполне считать тотальным разбазариванием этого маршрута гонщики, которые имеют спринтерскую специализацию. Потому что, разумеется, для них на этой гонке шансов очень немного. Кевендиш, с которым вчера беседовали, Кевендиш сказал, что, в принципе, он видит для спринтеров только 5 вариантов победы. И, скорее всего, эти 5 вариантов включают и гонку командную, которую его команда выиграла, и поэтому он, с одной стороны, является, конечно, сопобедителем, что, безусловно, чрезвычайно для него приятно, но все-таки, естественно, как и это было, вы помните, когда гонка стартовала в Венеции, Кев постоянно говорил о том, что для него главное это все-таки выиграть этап, и за счет победы на этом этапе получить нужную бонификацию, стать лидером.
В общем, зачете пока еще не поздно, пока не пробил час его схода. Потому что всем прекрасно понятно, что Манксмен, конечно, не горняк, и такие тяжелейшие горы, как в нынешнем году, он среди первых не преодолеет. Среди последних, преодолев, может попасть за пределы лимита времени и может быть снят. То есть все спрашивают только как, решит он сам сойти или его снимут за то, что он превысит лимит времени в один отнюдь для себя непрекрасный момент. Но, как бы то ни было, если действительно такое малое количество спринтерских этапов, то каждый этап для спринтерских команд или для команд, которые, по крайней мере, делят специализацию между генеральной классификацией и спринтом, для этих команд это очень важный момент истины, и ни в коем случае нельзя его упускать, и иначе сразу же раз пропустят, два пропустят, потом... Спринтеры будут, опять же, чувствовать себя не очень уверенно, их развозящие тоже, и все будет распадаться буквально на глазах. 21 этап, второй только начался сейчас, 63,5 километра будет в разделках, 12,7 из них будут в гору, и, собственно, разделка, чистая разделка по достаточно плоской трассе, это будет в Милане на последнем этапе 31,5 километров протяженностью, зато 39 перевалов. Причем учтите, что вчера никаких перевалов, естественно, не было. Сегодня первая горка, первая и единственная, определится первый горный король. Интересно, кто отъедет, но пока складывается такая ситуация, что, честно говоря, больше всего шансов у человека, который вовсе даже на горовосхождениях не специализируется. И это, конечно, в данном случае это неприятность для тех чистых горняков, которые, тем не менее, не очень верят в то, что на настоящих тяжелых горах они будут впереди. Поэтому нужно торопиться сейчас, стать ранним горным королем, как это получилось, допустим, если вы помните, на Сардинии у Павла Брута, нашедшего себе отличных попутчиков, и там было множество достаточно сложных в техническом плане холмов, достаточно крутых, пусть и коротких горок, головокружительных спусков, на которых гонщик из Питерской области всегда чувствовал себя хорошо. Он один из лучших мастеров скоростного спуска на шоссейном велосипеде в мире. Ну и вот за счет этого он сенсационно во время своего первого участия на Giro d'Italia сразу стал горным королем. Пусть на несколько дней всего, но это воспоминание, естественно, осталось в его памяти, поскольку перед каждым этапом тебя особенно представляют. С тобой с удовольствием общаются журналисты. Болельщики берут автографы, даже если гонщик до этого им был совершенно неизвестен. А мы вступили в этот репортаж, подключились к гонке в тот момент, когда оставалось чуть менее 100 километров. И, конечно, проехать едва ли не две сотни в одиночку. Такое в истории велоспорта, да, конечно, было. Но не на втором этапе. На втором этапе все-таки команды достаточно свежи. И тем более, когда такая ставка для спринтеров, разумеется, они через какое-то время понесутся по-настоящему, и даже такой опытнейший высококлассный разделщик, как Себ Ланг, я думаю, что все-таки он не выстоит и не возьмет свою 13-ю, если угодно, юбилейную в каком-то смысле победу. Ну, а надо сказать, что побед классификационных у опытного немца, классификационных с точки зрения UCI, не было уже очень давно, с 2006 года. Ну, а это... спокойно всегда размышляющие и делающие спокойные прогнозы Пиноти. Об этом подробнее уже после рекламной паузы. Погоня за одиноким беглецом Себастьяном Лангом продолжается. Ну и, собственно, если уж положить руку на сердце, то она только-только началась, эта погоня. Разумеется, на HTC лежит большая миссия здесь, и пахать им придется. Не особенно тут сэкономишь. Потому что вы прекрасно понимаете, что они рассчитывают оставить майку у себя. Вот крупным планом белорусский гренадер этой команды, экс-чемпион своей страны Константин Сивцов, работающий в данный момент на то, чтобы обеспечить отличную позицию для Марка Кевендиша. Там, опять-таки, там много всяких разных вариантов. Ну, а нам напоминают, что у Ланга 13 побед к сегодняшнему дню. Странно, в моих записях 12. Откуда взялась 13-я. Он был чемпионом своей страны в раздельном старте. И по юниорам, кстати говоря, очень здорово выступал. И это Giro d'Italia в его карьере, соответственно, вторая. В предыдущей, в 2010 году, он занял 71-е место. Принимал участие вот в таких вот самоубийственных отъездах. Потому что вы видите, как он работает. Он поставил тяжеленную передачу и поехал
ломать эту самую передачу. Точнее, все-таки раскручивать, потому что он достаточно еще пока кругло крутит, пока еще не настигла его усталость. Гонщик из Зоннеберга. Очень рослый, 1,87 м его рост, вес под 80 килограммов. Это действительно такой сверхмощный мотор. Основную часть своей карьеры провел в Геральдштайнере. С 2002 года, собственно, с того момента, как подписал в качестве неопрофи свой первый профессиональный контракт, и вплоть до 2008, он гонялся за эту немецкую команду и гонялся бы, наверное, до самой пенсии. Но, как вы помните, Геральдштайнер стал на глазах распадаться. Ну и ему, естественно, надо было искать новое место пристанища, поскольку раздельщики всегда в цене, потому что они могут выполнять очень большой объем работы по подстраховке лидеров. Так, одним глазком мы глянули, увидели Порта. Порта, кстати говоря, приберегают гонщики из Саксо-банка, и спортивные директора. Порт сейчас все-таки в глубине находится, так же, как и, безусловно, лидер номер один. Лидер номер один, кстати говоря, особенно не высказывался по поводу вчерашнего выступления, зато разговорчив чрезвычайно был Скарпони, который был очень счастлив, что вот у этого человека, которого сейчас видите крупным планом, Альберто, приятного аппетита, говорим мы, что он у Контадора формальное, в принципе, преимущество добился, но по идее он выиграл у него порядка 10 секунд. Если учесть, что в предыдущей команде Скарпони, как вы помните, гонялся за Андрони Джокаттоли, он сразу же поймал, но там, правда, была подлиннее гонка на время. 33 километра была она тогда, командная гонка на время. И тогда гонщики Джанни Савио отхватили ни много ни мало 2,5 минуты. И вот, как многие аналитики считают, что именно это подрезало крылья Скарпони. Именно это лишило его шанса, может быть, даже и выиграть прошлогоднюю Джиро, которая также была, мягко говоря, не легкой прогулкой, а тоже обладала большим количеством тяжелых подъемов. Ну и, конечно, сейчас пока еще какие-то формальные стычки такие для выяснения отношений локальных и для того, чтобы заработать хорошее настроение. И вот у тех предполагаемых лидеров генеральной классификации, чьи команды проехали достойно, пусть не выиграли, но проехали здорово, настроение, естественно, повысилось. И в частности, Скарпони вчера очень хвалил Питаки, потому что Питаки мог бы вполне беречься перед гарантированно своим спринтерским этапом, а он этого делать не стал. Он проводил отличные смены и подстраховывал его очень хорошо. Ну и, естественно, крупные рослые Питаки маленького горняка Скарпони очень надежно прикрывал. Пока пелотон сохраняет свою монолитность, все идут вместе. Ну а Ланг работает, как всегда, плоской стопой, вы видите, на максимально тяжелые передачи, в основном подтягивая педаль на себя, и километры съедаются буквально на глазах. Учтите, что в ногах у него уже без 40 верст 200, и большая часть этого маршрута преодолена под всеми ветрами, но пока никаких признаков критической усталости не видно. Ну, как говорили мастера, включая его соотечественника, разумеется, великого Фохта, который сюда не приехал, который будет в очередной раз прощаться с Тур де Франс, надо полагать, подстраховывая Шлеков в Leopard Trek. Так вот, Фохт сказал и много раз сказал о том, что нужно набирать преимущество порядка, ну, больше 15 минут, по крайней мере, если ты уезжаешь в небольшой группе или в одиночку, а потом надо пытаться это дело как-то сохранить до самого финиша. Но больше всего шансов на супермногодневках, говорит Фохт, не в самом начале, а тогда, когда уже все устали, тогда, когда уже пройдены первые высокие горы, худо-бедно группа просеялась, более-менее стало все ясно в борьбе за генеральную классификацию. Соответственно, тот, кто проиграл много, его можно и отпустить для того, чтобы взять тайм-аут на этом этапе. Соответственно, вот даже одинокий лидер, он стабилизирует ситуацию в гонке. Он висит себе и висит, но до того момента гонка не бывает дерганой. Но сейчас вот это тоже стабилизационная роль немца, безусловно, очень велика, потому что, по крайней мере, нет давки в пелотоне. Потому что когда пелотон идет вместе, а развязка спринтерская, то каждому не спринтеру хочется выскочить как можно раньше. И чрезвычайная давка, чрезвычайно много силовой борьбы. Группа очень большая, сходов еще совсем нет, а узкие дороги практически гарантированы. Но в этот раз хорошо, что все-таки на севере Италии началась гонка, потому что
менее опасно, по крайней мере, более высококачественное асфальтовое покрытие, более широкие, более прямые дороги. Хотя, опять же, под самый финиш все-таки подложили бомбу в виде крутого поворота. Да и сам финишный створ сегодня, вы видели раздачу всякой разной дармовщинки от организаторов Джира, так там всего 7,5 метров полотна. И это даже Кевендишу, привыкшему драться, не очень нравится. В 80 километров остается до финишной черты. Основная группа пытается притянуть, по крайней мере, на какое-то более разумное расстояние Зеба Ланга. Потому что все-таки в районе 15 минут это явный перебор. А сейчас буквально километров 5-7 назад просвет был и того более. Но потом начал он уменьшаться. В общем, максимум отдаления был порядка 17-30 у этого немецкого солиста, который чувствует себя в такой ситуации, как рыба в воде. Ну, а что касается его заслуг прошлых велосипедных, то пару слов о них, конечно, надо сказать. Конечно, пик его карьеры – это все же звание чемпиона Германии, после которого он целый год ездил в комбинезоне соответствующем. И выглядел в этом комбинезоне вообще уж очень грузным и очень мощным. Ну и за последние годы, за последние, это мягко сказать, потому что с 2006 года, опять же, он никаких побед не одерживал, все только в разделках. Брал более половины его побед, это именно победы, одержанные в рамках раздельного старта, либо в многодневных гонках, как вот, например, Тур Гессена, короткая достаточно многодневка, где все-таки все определяет разделка. И тот, кто разделку выиграл со значительным преимуществом, тот, соответственно, довозит этот просвет и до самого финиша. И последняя победа Ланга, собственно, она тоже была добыта в Dry London Tour в Германии за счет, опять же, успеха в гонке с раздельным стартом. Ну а сейчас нам удалось дозвониться до технички Катюши. И у нас на связи либо до технички, либо до финишного створа. Не знаю, честно говоря, где находится сейчас пресс-менеджер российской команды Катюши Андреа Агустини. Но тем не менее, бенвенуто ад Евроспорт, Андреа. Buongiorno a voi, buongiorno. La prima domanda, che emozioni hanno i corridori dopo la gara di ieri? Ma è stata sicuramente una gara segnata dalla sfortuna, perché abbiamo avuto qualche incidente meccanico di troppo che ha compromesso in parte la nostra corsa e quindi abbiamo accumulato più ritardo di quello in realtà che avevamo pronosticato, che avevamo preventivato. Ну, я спросил у Андрея перво-наперво, какие эмоции испытывают гонщики после вчерашнего финиша. Он говорит, что определенные, конечно, определенная досада присутствует, потому что была большая эпидемия поломок, и из-за этого поймали отставание больше, чем команда рассчитывала, потому что, ну, все-таки, в общем и целом, первый этап был под знаком вот таких вот мелких неудач, к большому сожалению. Какое оно дето и директори спорти al tavolo dopo la prima tappa? Ma c'era un po' di rammarico rammarico diciamo per quello che era successo, ma purtroppo la sfortuna non è una cosa che si può programmare. Abbiamo rotto un pedale dopo un di Kuczynski appena dopo un metro dalla partenza, quindi abbiamo dovuto cambiare, fermarci subito, cambiare la bicicletta e dargli la bicicletta da strada e non da cronometro, e quindi penalizzando un po' la velocità media che era molto alta. Poi a Losada l'altro spagnolo, diciamo, che era in gara, gli si è abbassato il manubrio già a metà gara e quindi non riusciva più a fare forza. Tutti problemi tecnici non derivanti da problemi legati ai nostri meccanici, sono cose che possono capitare purtroppo quando si rompe qualche cosa in un mezzo meccanico. Purtroppo sono successe entrambe in una gara cortissima di 19 km dove era necessario la massima prestazione, quindi i direttori sportivi non hanno potuto in realtà diciamo così fare altro che constatare
la sfortuna. Di certo. Я спросил у Андрея, о чем говорили спортивные директора после вчерашнего этапа, и, собственно, тоже какие были, может быть, выводы сделаны, все. Но на самом деле, конечно, это была тотальная эпидемия невезения, потому что Андрей рассказал о том, о чем уже вчера рассказывал Андрей Шмидт, что была поломка педали у одного из главных моторов команды Кучинского, и Александру вынуждены были менять велосипед на обычный велосипед, а при такой высокой скорости средней, естественно, очень сложно было удержать темп, и получилось, что один из главных моторов выбыл фактически из каких-то тяговых усилий. Кроме того, после этого Лосадо, испанский мастер, тоже испытывал проблему. У него ниже сел руль, и сломалась посадка из-за этого. Ну и вообще, собственно говоря, понятно, что опасно ехать в такой ситуации, при такой геометрической искаженности на этой технически сложной трассе. И вот это, конечно, как раз и вызвало больший просвет, чем рассчитывал. Потому что гонка была короткой, всего-навсего 19 километров. Как бы то ни было, конечно, никто механиков не проклинает, но им тоже не повезло. По крайней мере, вот такие ситуации, их, конечно, запрограммировать очень сложно. И, разумеется, никто не знает, как говорится, где может быть поджидающая такая вот неприятность. Будем надеяться, что, опять-таки, их запас таких неприятностей исчерпан вот на самом первом отрезке для российской команды. Мы возвращаемся в эфир после короткого перерыва. У нас на связи по-прежнему пресс-атташе российской «Катюши», знаменитый уже до этого Андреа Агостини. И мы с ним продолжаем общаться по поводу вчерашнего этапа. Ну и перекидываем, соответственно, мостик в сегодняшнем. Андреа, certamente è stato un grande pandemia di sfortuna, ma... Che strategie seguiranno oggi e durante le tappe prossime? Non abbiamo nessun velocista qui all'elenco della squadra, vero? Esattamente, la strategia è una strategia basata sul massimo rendimento della classifica generale. Noi abbiamo un leader unico che è Joachim Rodriguez e abbiamo portato una squadra che lavorerà in ottica classifica generale, quindi per cercare di vincere il giro o per cercare di raggiungere almeno il podio del Giro d'Italia. Vuol dire che in queste tappe interlocutorio cercheremo di riposare, di rimanere vicini al nostro capitano e aspettare le tappe che sono adatte alle nostre caratteristiche, già a partire da l'arrivo di Montevergine di Mercogliano verso fine settimana o dall'Etna tra una decina di giorni circa, per poi risalire sul nord Italia e giocare tutte le nostre carte nell'ultima settimana, che sarà durissima e occorreranno tantissime energie fresche per poter cercare di vincere questa grande corsa a tappe. Я Андреа спросил насчет того, ну, перенеслись на сегодняшний день, и какие, соответственно, стратегические планы ставит Катюша и ее спортивные директора в ближайшие дни, потому что ведь у нас нет чистого спринтера, и команда собрана под то, чтобы поддержать потенциального лидера генеральной классификации, своего капитана Родригеса, и он подтвердил, что это абсолютно правильно, да, и сейчас главная задача, собственно говоря, сберечь силы, потому что они очень понадобятся. Нужно сохранить силы лидера, силы капитана Хоакина Родригеса, потому что ставится очень высокая цель, то есть победа или призовое место в генеральной классификации. А поэтому ближайшие этапы — это, конечно, этапы от обороны. Первые этапы, ну, команда, стараясь сохранить свою боеспособность на 100%, будет приближаться к тем этапам, которые могут более-менее подходить по стилю, соответственно, Родригесу, где можно будет уже атаковать. Это Монтевергине, и это подъем на вулкан Этна, что будет уже, в общем-то, сравнительно скоро. И до конца этой недели, конечно, нужно дожить в идеальном состоянии. Затем гонка возвращается на север Италии. Развязка будет на севере Италии в Альпах на третьей неделе. И в третью неделю важно будет сохранить большое количество свежих сил не только у гонщика, но и у его, как говорится, Грегори, то есть помощников. И чем свежее будет команда, тем, соответственно, она будет более работоспособной. Può dire qualcosa di atmosfera nella città di partenza o dell'arrivo?
Ma l'atmosfera è sicuramente un'atmosfera da grande evento, da grande corsa. Già dall'accoglienza da Torino è stata, diciamo così, c'è stata tantissima gente che ha salutato il Giro d'Italia. Già, questa mattina è stata una partenza tra virgolette un po' triste, perché il Giro d'Italia ha voluto ricordare un grande imprenditore, Pietro Ferrero, che è morto tragicamente una decina di giorni fa mentre andava in bicicletta con la sua bicicletta in Sudafrica. Ferrero è praticamente era capo di un'industria famosa in tutto il mondo per aver creato la Ferrero, per aver creato, non so, la Nutella, che penso si conosca in tutto il mondo. E quindi stamattina è stato ricordato con un minuto di silenzio e con la deposizione di alcuni fiori vicino all'azienda. Mentre all'arrivo c'è il solito clima, il clima da festa, il clima di tantissima gente che aspetta con ansia l'arrivo del Giro d'Italia, perché non dimentichiamo, il Giro d'Italia è comunque una grandissima festa popolare che coinvolge tutto il paese e non solo. Я спросил у Андрея, какая была атмосфера. Но он говорит, безусловно, конечно, что атмосфера очень приподнятая, но вместе с тем смешанные эмоции были в Альбе при старте. Дело в том, что совсем недавно, буквально 10 дней назад, ушел из жизни знаменитый их земляк Пьетро Ферреро, который известен как король сладкой кулинарии итальянской, поскольку он руководил предприятием, выпускавшим Нутеллу знаменитую и выпускающим, естественно. По-прежнему он очень большой был энтузиаст велосипедного спорта и ушел из жизни в очень активном возрасте и действительно в полном расцвете сил. Это не штамп, на самом деле так. И поэтому это, конечно, была очень большая неожиданность, шокирующая, и он действительно пользовался всенародной любовью, и поэтому у его предприятия сегодня были возложены цветы, и атмосфера была немного грустной, была минута молчания. Ну а во всем остальном, и вплоть до самого финиша, очень много народу, как обычно. И, естественно, это помимо того, что это большая гонка высочайшего класса, это еще и огромный всенародный праздник. И эта атмосфера чувствуется всюду, и она будет сопровождать Джиро до самого конца. Comunque, grazie mille, buona fortuna a tutti voi, a più tardi. Grazie mille, un saluto a tutti. A presto, grazie. Grazie. У нас в эфире был Андреа Агостини, пресс-атташе российской команды «Катюша», который является таким очень важным для нас связующим звеном, поскольку он на все смотрит еще и с точки зрения хозяина этих состязаний, если угодно, итальянца. И действительно то, что говорит итальянец, заинтересованный в том, чтобы гонка стала «La Festa», как они говорят. Ну вот сейчас вы видели, каков сегодняшний маршрут. И есть такой вот неприятный бугорок ближе к финишу с 10% градиента. И преследователи, среди которых, как вы видите, есть и достаточно много гонщиков российской команды. Они не то чтобы надрывались, но, по крайней мере, контролируют темп, как это нужно делать. Тодор крупным планом на вашем экране. Претендент номер один, записной претендент номер один. На него вы слышали уже, я вчера говорил, какие сумасшедшие ставки принимаются. Ну, то есть как? Не сумасшедшие, а как раз наоборот, неинтересные с точки зрения заработка. Потому что Контадоры считают, ну, совсем явным претендентом на победу, на повторение его успеха, который тогда пришел для многих неожиданно, потому что его буквально вызвали с пляжа, из отпуска пригласили, он взял, да и симпровизировал свою победу, хотя на отдельных этапах, может быть, выступал не очень ярко, но это было связано именно с тем, что он специально под Джир д'Италия не готовился в 2008, когда принес эту значимую победу казахстанской Астане. С тех пор он, конечно, еще более укрепил свою репутацию короля супермногодневных гонок, человека, который потрясающим образом идет в гору, но вместе с тем развивается с каждым годом как разделщик тоже. И это было раньше достаточно слабое место, но оно перестало быть таковым. На сегодняшний день Альберто Контадор, разумеется,
гонщик без слабых мест. Хотя бывают разные по выразительности туры. Допустим, некоторые говорят, что прошлогодняя его победа была не настолько впечатляющая, как предыдущая на Тур де Франс, и что он со Шлеком очень долго бодался практически на равных, и не было этих сумасшедших совершенно рывков в гору, когда он уезжал и не оглядывался. Но год на год не приходится. Он действительно говорил, что самочувствие во время прошлого тура было, может быть, не идеальным. Что касается самочувствия перед нынешним Тур де Франс, то он погрозил, можно так сказать, пальцем своим соперникам, сказав, что самочувствие сейчас не вызывает никаких вопросов. Единственное, что, конечно, его подталкивают к этой мысли, и в результате он ее озвучивает, да, коль скоро идет такая провокация со стороны журналистов, что действительно в глубине сознания постоянно сидит эта мысль об апелляционном суде, который состоится, как говорят, в июне, и если он примет решение против Контадора, то тогда все достижения последнего времени после Тур де Франс просто-напросто рассыплются, как карточный домик. Но он уверен в силе своей защиты и уверен в своей правоте. Ланг продолжает свое безнадежное предприятие. Хотя, ну что значит? Он наверняка отдавал себе отчет в том, что уезжать сегодня – это уезжать за славой мастера отрыва, но самоубийственного только. Потому что все прекрасно понимают, что в первые дни уезжают все-таки отрывы в основном выставочные, и что свежие команды спринтеров контролируют все, и тем не менее Ланг просто прогуливаться по этой дистанции не намерен. Команда Лотта в данной ситуации — это команда вольных охотников без четких претензий на генеральную классификацию. А потому, ну, в ближайшие дни у Ланга все равно не будет какой-то иной работы, кроме вот такой. И довольно странно, что не нашлось у него хороших попутчиков. Они не собрали силы свои и не поехали вот так вот экспонировать свои спонсорские логотипы всем на протяжении многих и многих километров. А странно, что уехал только он один. Но опять же, это связано еще и с тем, что очень многие команды все-таки не хотят отпускать никого вообще из своих, потому что они пригодятся при раскате перед финишем. Ну а Альберто Контадор, сейчас вы видите, что нет никаких враждебных чувств между командами, которые совсем скоро организуют мега-противостояние, потому что Liquigas и Saxo Bank, разумеется, поскольку дуэль была сформулирована уже очень-очень давно, и стало ясно, что не были главный дуэльный соперник для Контадора, сейчас уже высказываются разные мысли, более разнообразные, в частности, касающиеся того, что не только Lo Squalo, но и Scarponi может преподнести большой сюрприз, потому что он на хорошей ноге на данный момент. Ну и на данный момент, конечно, он сейчас выразитель, рупор, я бы сказал, командной стратегии. Поэтому он сейчас общается с саксовскими гонщиками. К чему он их подталкивает, спросят наши болельщики. Ну, я думаю, что здесь нет ни психологического давления, ни большой велосипедной дипломатии тоже. И просто сейчас такой момент, когда действительно можно всем продышаться, потому что понятно, что отрыв будет съеден. И это та редкая возможность все-таки втянуться, вработаться в гонку без нервотрепки, без завалов, даст бог, постучим три раза по дереву. Действительно, гонка как-то контролируется для начала супермногодневки хорошо по сравнению с тем, как это бывало. Как это бывало, допустим, в моменты, когда стартовали на севере Европы, когда ехали по узким голландским дорогам, и там хочешь не хочешь падать приходилось, потому что народу было очень много, дороги были чрезвычайно тесными. Ну а сейчас, поскольку у нас есть возможность действительно вот так вот без нервотрепки общаться и отвлекать спортивных директоров от их основной работы, потому что не приходится разгребать, к счастью, никакие завалы и ликвидировать какие-то проколы, мы одного из самых знаменитых спортивных директоров наших, за которого мы всегда болеем, представляем у нас в эфире снова. У нас в эфире двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Якимов, чьи ребята вчера выступили просто даже здорово. Слава, добрый день и еще раз поздравления. Да, добрый день. Спасибо, Сергей. Спасибо. Ну, вот сразу из первых уст. До какой степени было неожиданно то, что действительно на таком расстоянии от явных фаворитов от HTC остановился Radio Shack, в составе которого все-таки были далеко не все сильные разведчики, которые имеются на данный момент?
Ну, для нас тоже, для меня, в частности, был такой определенный сюрприз, потому что мы рассчитывали, в принципе, на место в десятке, и для нас это посчиталось нормальным выступлением, вот, абсолютно непровальным. И вдруг, плюс со старта у нас была неполадка с Иваном, он прокололся буквально перед первым поворотом, чуть не упал. Вот, и плюс ко всем этим, вот, так сказать, неприятностям на дороге, мы умудрились вторыми финишировать. То есть это говорит о том, что, в принципе, подбор команд или уровень команд здесь примерно одинаковый, скажем так. Вот, есть лидеры, есть, конечно, сильные гонщики отдельные, так сказать, индивидуалисты, но команды вот, первой пятерки, они по силам примерно равны. Сослагательное наклонение в спорте это дело такое, то есть, может быть, его и не стоит применять, но все же, тем не менее, Ваня, как человек тяговитый, как человек при ноге, при индивидуальном ходе, мог бы изменить ситуацию, если бы вот не было этого прокола в самом начале? Безусловно, Иван был рабочей единицей. Он мне сказал, ну, если человек получил запасной велосипед, абсолютно неподготовленный под разделку, и сам проехал, проиграв там чуть больше 3 минут, это говорит о том, что человек, в принципе, неплохо себя чувствовал. Вот. Безусловно, Иван, он бы помог в чем? Он помог в том, что это был бы, во-первых, один человек в плюсе, потому что мы еще потом по ходу утеряли одного, и это бы были смены были подлиннее, то есть время восстановления было бы больше у других гонщиков, соответственно, и темп был бы выше. А вообще вот задача нашего по-прежнему очень молодого гонщика, потому что многие забывают о том, что он на гран-турах дебютировал вообще в возрасте в районе 20 лет, и сейчас ему всего-навсего 23. А задача для питерского спортсмена как формулируется в этой гонке? Я думаю, что основная, конечно, задача до тех пор, пока мы не подъедем там под последнюю неделю, да, вот, он будет все-таки охотиться за этапом, а потом, скорее всего, это будет переключение уже на Тиаго Мачадо, нашего, в общем-то, единственного лидера по генеральную классификацию. Вот, где-то примерно в этом формате мы пока что планируем работать. Задача, стоящая перед португальцем, соответственно, вот что может считаться в Милане для него хорошим результатом, так? Место в первой пятерке – это замечательный результат. Имеется в виду, что место на подиуме – это, так сказать, замечательный результат. Место в пятерке – это отличный результат. Вот. Ну и в десятке – это хороший результат. Соответственно, очень много у нас болельщиков из Украины, разумеется, которые видят в очень неплохом состоянии Ярослава Поповича. Цель Ярослава Поповича – быть правой рукой Мачадо или какие-то еще? Нет, я думаю, что мы запустили Слайка, или он запустился в этой гонке как гоу-лидер, что называется, да, то есть человек, который тоже, в принципе, оберегаем команды и... Вот, соответственно, первый этап или там первая ситуация, когда Славик получит минуту генеральной, если получит минуту генеральной классификации. Вот, а так, конечно, его тоже задача или мечта у него это выиграть этап здесь, как-то отметить. Вот. Ну и если возвращаться к сегодняшнему этапу, наверное, Робби МакЮэн что-то там себе интересное задумал. Да, радиошаг представлен таким, в общем-то, неплохим звеном спринтерским. У нас 3,5 человека, половину, я считаю, Фумиёки Бету, то есть японец, ну, который, в принципе, сам может неплохо финишировать. То есть, скажем так, 4 человека, то есть это определенный паровоз под МакЮэна. Я думаю, что, безусловно, такие команды, как HTC и Garmin, они представлены более такими спринтерскими составами. Вот, ну, я думаю, шансы есть. Посмотрим, как это сможет все реализоваться. Ну же, Слава, хорошей охоты. У нас совсем скоро рекламная пауза, и мы видим, как отчаянно гонится Пиноти, который получил прокол, и приходится ему теперь выбираться из каравана техничек. Желаем, чтобы подобного с вашей командой, соответственно, не происходило, и чтобы все получилось. Да, всем большой привет, спасибо, до свидания. До скорой встречи в эфире Евроспорта. У нас в эфире был российский многократный чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, ныне спортивный директор команды Radio Shack, в которой очень сильное звено русскоговорящих спортсменов.
как вы знаете, Вячеслав Якимов. Ну, а вы видите, что, ну, такая мини-драма, ну, я не думаю, что чем-то чревато. Пиноти получил прокол, и сейчас он добирается до группы. Тут, естественно, все знают прекрасно, что лидеров ждут, особенно таких уважаемых лидеров. Ланг продолжает раскручивать тяжеленную передачу, подбираясь потихоньку к одному из самых известных городов Эмилии. Разумеется, для кого-то Парма это... Вот обратите внимание, что Пиноти сейчас, приехав к своей техничке, загружается бачками по полной программе, и причем берет все не только для себя, но и для своих товарищей по команде. И это говорит о его статусе, это говорит о том, в общем-то, чего ждать от него в плане защиты розовой майки. Главное, это майку оставить как можно на дольший период у команды во владении. А он прекрасно понимает, что при всех своих потрясающих раздельческих возможностях все-таки супергоры – это немножко не для него. И, соответственно, вот так, раз уж он прокололся, и раз уж ему пришлось какое-то время висеть сзади, то сочетание приятного с полезным, что из этого приятное, что из этого полезное, решайте сами. Но он загружается, конечно, не так, как суперчемпион по подвозу бачков, у которых обычно по кругу вообще вся майка набита фляжками с провизией, с питьем. Но, тем не менее, достаточно тяжело нагрузился лидер генеральной классификации. Такие сценки на иных других гонках смотрелись бы весьма странно, но здесь нужно знать сюжет и нужно знать, кто такой Пиноти. В первую очередь надо сказать, что это человек совершенно самоотверженно работающий всегда на команды и инженере. Человек потрясающий, незлобливый, но, надо сказать, довольно категоричный в плане своего отношения к отдельным вещам в современном спорте, как то, например, к приему запрещенных препаратов. Он один из таких рупоров антидопинговой борьбы, если можно сказать, в Италии, где, надо сказать, что это стало делом уже не только спортивных велосипедных властей, а стало уже частью, ну, практически уголовного законодательства, то есть, по крайней мере, распространение запрещенных препаратов – это очень серьезное преступление. Вот Пиноти на острие вот этой атаки на запрещенные препараты и каждый раз подчеркивает, что все его успехи говорят о том, что можно выигрывать чистым. Ну и, соответственно, он сейчас подписывается под тем, чтобы сейчас же вовсю обсуждаются в Италии наказание в виде 4 лет дисквалификации для спортсменов, даже если они попались в первый раз на запрещенных препаратах. Пиноти говорит, что он всецело за это, как и за инициативу бесшприцовой Джирда Италии, так ее назвали, потому что запрещены вообще какие-либо инъекции в этой гонке, за исключением тех, которые делаются гонщикам в случае, если они действительно заболели, и если им по медицинским показаниям немедленно предписано вводить какое-то лекарство, которое бы вывело их из совсем уж нерабочего состояния. Но надо сказать, что тут очень разные мнения по этому поводу, потому что любой спортсмен, который ездил длинные многодневки, прекрасно понимает, что это на самом деле такое. То есть это конечно, такая пиар-мера очень даже выпуклая, но с другой стороны, вот мы будем тоже собирать и эти мнения также, и от гонщиков, и от спортивных директоров. У нас будет очень интенсивное онлайн-общение и много интервью в эфире. И подключайтесь, пишите мне на Twitter, в частности, регистрируйтесь и пишите, что вы думаете по этому поводу, от кого бы вы, соответственно, хотели бы услышать те или иные высказывания. Но дело-то в чем, что понятно, поскольку все восстановительные препараты теперь разрешены только перорально, это огромная нагрузка на метаболизм, огромная нагрузка на пищеварительную систему гонщиков, которая и так работает в надрывном режиме, особенно когда вот такие длинные этапы, как сегодняшние, практически 250 километров. И если обходиться совсем, ну, ранее запретили внутривенные вливания, поскольку они, опять же, ассоциируются с приемом запрещенных препаратов. Но это ведь далеко не только это. А, в общем-то, надо и думать о том, как спасать здоровье гонщиков от сверхнагрузок. И насколько вообще это возможно, пусть даже, условно говоря, с помощью шипучих таблеток. В общем, на самом деле, к этому надо присмотреться повнимательнее. И не станет ли это
пока-то, конечно, ничего такого страшного, но когда будут на подходе самые тяжелые этапы третьей недели, там ситуация может быть совсем иной. Вот и Нибали, вы видите, тоже прокатился по примеру лидера генеральной классификации в техничке. Разумеется, при таком темпе и при гарантированном успехе преследования Себастьяна Ланга нужно сейчас, если хочется что-то поправить, где-то что-то получить, какие-то указания, получить что-то дополнительное перекусить и прочее, то это нужно делать сейчас, потому что когда до Ланга уже доберутся вплотную, то там уже гонка пойдет иначе. И появится нервозность, и, естественно, группа поедет быстро, будут много толкаться, возможны завалы, но вот сейчас вот такая вот для кого-то может быть и парадоксальная ситуация, когда лидер генеральной классификации кевендишевскому поезду раздает провиант, раздает питье, потому что день сегодня жаркий, и жидкость лишней совсем даже не бывает. Понятно, главная стратегическая задача – это обеспечить 20 секунд бонификации за счет первого места на финише Марку, ну и, соответственно, переход розовой майки к Мэнксмену, но еще на несколько ближайших дней желательно тоже. Поэтому все те, кто составляет этот стремительный поезд, последнее колесо, разумеется, будет Марк Реншо, один из самых лучших мастеров выведения из толпы, если можно так сказать, даже в... Надо сказать, что в итальянском языке есть специальный термин, это «пеше пилота», то есть «рыбка-лоцман». Вот, например, Питаки горд тем и счастлив, что у него есть опытнейший «пеше пилота» в лице Данила Хонда. Говорит, что Данилу ни в чем не уступает Марку Реншоу. Тот более верткий и более миниатюрный, но, в принципе, они аналогичны, как говорится, для него по стоимости, по масштабности таланта. Ну и вот сегодня ему очень интересно, как все будет завершаться. Он всегда предпочитает все же, чтобы раскатывал большой поезд и чтобы было достаточно много пространства. Как ни странно, Кевендиш тоже. Кевендиш высказывался перед сегодняшним этапом. Он говорил, что он предпочитает широкую дорогу, высокую скорость и довольно длинную финишную прямую. Хотя многие отмечали, что Кевендиш умеет все-таки маневрировать, умеет резко выскакивать, и его финиш может начаться и за 100 метров до финиша. Потому что Питаки говорит, что до черты за 200 метров ему уже точно нужно выбраться на оперативный простор, иначе будет поздно. Прогнозы. До финиша 55 километров. 53 километра до финишной черты. И потихоньку начинают формироваться поезда, хотя еще очень рано. Питаки во вчерашнем интервью сказал, что для него финиш, в принципе, начинается за 15 километров до, как говорится, клетчатого флага. Вообще такая вот арифметика с его точки зрения. За 15 километров уже идет настоящий разгон, настоящий раскат. То есть за 15 километров идет раскат. Ну, чуть-чуть позже мы доскажем вам вот эту вот геометрию, высшую математику спринта, потому что у нас сейчас как раз удался звонок Айдару Махметову, который является, как вы уже знаете, коммерческим директором команды «Астана». Ну и мы взяли за правило заглядывать за кулисы большого профессионального спорта, чему, конечно, немало способствует и наша программа эксклюзивная Inside the Team, которая была перед этапом, но, как всегда, хочется большего. Айдар, добрый день. Добрый день. Хотелось бы узнать вот по итогам вчерашнего этапа, что говорили в команде, и такое ощущение, что практически у всех были все-таки какие-то те или иные технические проблемы, те или иные... Ну, такие вот неудачи, насколько мы знаем, что у испанца Хуфре тоже была проблемка, вылетела педаль, да, были такие вещи? Ну, понимаете, это
принципе, в велоспорте это же неизбежный процесс. То есть это можно воспринимать как обычный нормальный рабочий момент. И самое главное, что все гонщики проехали свою силу, все живы и здоровы, и все готовы дальше показывать результат. Такой, в принципе, каждый день встречается, мы на это сильно внимание не обращаем. Это составляющая этого спорта. А вот на такие этапы, как сегодняшний, которых по разным оценкам всего-навсего 4 или 5, стоило ли брать какого-нибудь, ну, все-таки в составе казахстанской команды есть достаточно сильные спринтеры, стоило бы на всякий случай прихватить спринтера, или все-таки ценой потери одного из оруженосцев Кройцегера это было бы слишком рискованно? Во-первых, это было бы рискованно, потому что данный состав уже отрабатывался на протяжении многих месяцев. Да, мы целенаправленно готовили Романа на эту гонку. В составе у нас есть полно ребят, достаточно ребят, которые будут ему помогать, которые ему уже сейчас помогают. Тот же Дьяченко себя хорошо в Турцию показал. Ну, понятно, что спринтерские этапы выигрывать престижно, но для нас мы сосредоточены на более глобальной цели. Поэтому мы считаем приоритетной помощь со стороны ребят Романа. Ну вот мы знаем, что Саше Винокурову некогда, не так давно, в процессе подготовки понравилось тренироваться перед Джиро на Сицилии. И была ли поездка в этот раз, и в частности, репетировали ли подъем на Этну? И вот что сказал Роман по поводу того, что там можно сделать реально? По поводу Этны, на Этне Роман тренировался, он также и репетировал подъем на Монте-Зонколан, и по его ощущениям все было нормально. Гонка покажет, насколько он будет готов, но мы уверены, что Роман хорошо подготовился. У Саши в этом году другая программа, он готовится целенаправленно к Тур де Франс. Вот в связи с этим, конечно, как всегда, очень много вопросов от болельщиков, касающихся, присутствует Винокуров в гонке или нет, он всегда присутствует незримо, поскольку он большой еще и идейный вдохновитель Астаны, естественно. Ну и как у него сейчас, чем он занят, соответственно, на каком этапе подготовки он находится, какие планы? Ну, Саша был несколько дней в Казахстане после того, как он проехал тур Романдии. Вот сегодня он возвращается, но ежедневно он держит контакт с командой, с тем же Мартинелли, нашим спортивным директором, и интересуется о том, как ребята едут. Это вполне обычно, учитывая ту роль, которую Винокуров играли в нашей команде. А планирует, соответственно, он подъехать, допустим, на какие-то ключевые этапы, или он будет слишком занят своей подготовкой? Ну, если у него получится вырваться, конечно, я думаю, он эту возможность не упустит, чтобы приехать и личным присутствием поддержать ребят. Но мы с Сашей еще отработаем этот момент, потому что для него сейчас приоритетной также является подготовка на Tour de France, а лишний раз выдергивать день из подготовки тоже может сказаться, да. Да, конечно, мы понимаем. Серьезный профессионал есть серьезный профессионал. Ну что ж, желаем, чтобы вот это... Вот у него последний, и, как вы знаете, он уже показал в этом году хорошие результаты, и мы надеемся, ждем от него хороших результатов на Тур де Франс, естественно. Ну, кстати, вот, поскольку прозвучало вот это насчет последнего года, тем не менее, вот как-то вот вскользь в отдельных интервью чувствовалось, что... По самоощущениям, Александр Винокуров не совсем полностью себя исчерпал. И, в принципе, он бы мог по физике и по настрою при известном раскладе выступать и еще пару лет. Вот нет ли, не дает ли он, потому что он же и годом ранее все-таки уже собирался совсем уходить, но все-таки, насколько мы знаем, и спонсоры, и болельщики его уговорили. Ну, то есть, остается ли шанс сейчас? Я хотел бы подчеркнуть, что годом ранее большую роль сыграло не только желание болельщиков, чтобы Саша присутствовал лучший год в команде, поездил, принес нам больше побед и поддержал своим присутствием всех ребят, но также и менеджмент команды, да, в лице Фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук Казна», также попросил Сашу поддержать ребят, остаться, поездить еще этот год. Если Саша чувствует себе силы и на следующий год, и, может, еще на пару лет, почему нет? Со стороны менеджмента он найдет только полную поддержку и понимание в этом вопросе. Ну что ж, мы под этим тоже только подписываемся и никогда не говорим никогда, и надеемся на то, что он будет радовать и нас в дальнейшем тоже еще какое-то достаточно продолжительное время своими успехами. А сейчас желаем, конечно, чтобы в ближайшее время вот эта гонка от обороны прошла абсолютно гладко и без всяких проблем перед этапами, которые можно уже считать более ключевыми. И будем связываться с вами снова. Спасибо вам большое. Как вы знаете, мы же заключили контракт с Евроспортом не только на Джиро, но и на Тур де Франс.
То есть там многие болельщики Саши смогут непосредственно смотреть за нашей жизнью ежедневной, за нашими успехами, за нашими какими-то там рабочими моментами. Смотрите нас на Евроспорте. Большое спасибо вам и за эти слова. Действительно, мы очень рады этому сотрудничеству, которое будет продолжаться и в этой форме, безусловно, тоже. Вам спасибо. У нас в эфире был коммерческий директор Астаны Айдар Махметов. Ну, а у нас небольшая рекламная пауза снова.